Всем привет, друзья! Каждый раз, когда я снимаю свои видео вот в этой одежде, вы знаете, что это за одежда. Это одежда от Gymshark. Вы меня постоянно спрашиваете, где ты берешь эту одежду? Тебя что, начал спонсировать Gymshark? Как доставить эту одежду в Россию? И вот сегодня я хочу записать целый ролик, как достать эту одежду, где ее купить по дешевке и как доставить ее в Россию. И нет, меня не спонсирует пока что Gymshark, но я хотел бы. Я покупал от Gymshark две вещи. Это вот эта майка, я ее покупал, знаете, сколько лет назад? Наверное, года 4-5 лет назад, она до сих пор жива, и я в ней вот тренируюсь. И вторая, вот это Rashguard он называется, я покупал его, наверное, года два, может, полтора назад. Как вы можете видеть, ничего не порвалось, ничего не стерлось, все наклеечки целы, ничего вообще не потерлось, вообще все отлично. Вы не поверите, но на официальном сайте очень дорогие цены на все продукции Gymshark, поэтому... Если вы хотите купить по дешевке, например, вот эта кофта стоила где-то 600 рублей, всего лишь 600 рублей, а вот эта моя желтенькая стоила тоже примерно столько же, то вы можете купить на Taobao. Я уверен, вы все знаете этот сайт, он китайский сайт, тот же самый eBay. Единственное отличие Taobao от eBay, это то, что Taobao находится только в Китае, и только китайцы могут покупать оттуда что угодно. Но вы не расстраивайтесь, россиянам тоже можно заказать, и вам отправят в любую глубинку России через посредника Youbuy. Зачем нужен посредник? Посредник нужен для того, чтобы когда вы купили товар на Taobao, да, который не отправляет в Россию товары, вы могли через посредника переправить этот товар в Россию и получить уже в России его. Собственно, ребят, не выключайте видео, досмотрите его до конца, потому что в конце видео я расскажу, как это все заказать, как через Youbuy переправить в Россию и так далее. Досмотрите до конца. А сейчас я, собственно, хочу перейти вот к этому Rashguard'у. Этот Rashguard, вот вы видите сейчас на экране, можно купить его на Taobao всего лишь вот за такую смешную сумму. А самый прикол заключается в том, что когда вы регистрируетесь на Youbuy, вы получаете $10 как подарок, и вам остается там добавить совсем чуть-чуть, и вы вот сможете купить вот этот товар. Вообще на Taobao все товары выходят гораздо дешевле, чем у официальных каких-то поставщиков, например, того же Gymshark, либо на AliExpress. Даже на AliExpress дороже, чем на Taobao, я вам отвечаю. Мало того, что на Taobao там все дешевле и так, так там еще и гораздо больший ассортимент, чем на том же eBay. На eBay я часто ищу тоже шмотки Gymsharkские и не могу найти нормальное, то, что мне хочется, да? А на Taobao заходишь, и там огромнейший список товаров, просто выбирай все, что хочешь. Если вы еще не качок, ребят, то вы можете приобрести вот такую вот футболку, и тогда все люди вокруг будут на вас смотреть, улыбаться, и вам самим будет весело, настроение будет подниматься, потому что вы, смотрите, накачанный просто за секунду, оп, надели футболку, футболку накачанный, оп, сняли футболку не накачанный, и не надо, собственно, качаться. Да ладно, я шучу. На самом деле прикольный товар, да? То есть поприкалываться можно, купить такой, походить, вообще отлично. По мне так очень круто, я бы себе заказал такое. Второй товар выглядит вот так. Это, по моему мнению, вообще дичь какая-то. То есть гораздо дичее, диковинней, чем вот первый вариант. То есть смотрите, у вас, короче, вы идете такие, и у вас просто грудак выпирает. То есть как будто у вас тут разрезано и просто видны сиськи. Но это вообще дичь, согласитесь. Опять же, угорать будут все. Можно по приколу, если вы там блогер какой-то, либо что-то, вы можете надеть эту штуку и просто поприкалываться, походить по улице, там, поподкатывать к людям, типа, чтобы они смотрели на вас, типа, что это такое? Почему он ходит с рваной рубашкой? Он что, не замечает? Для полного комплекта, чтобы люди подумали, что вы совсем на голову отбитый, вы можете заказать вот эту штуку. То есть, что это за дичь вообще? Я не знаю, почему китайцы такое производят, для кого это нужно. Я ни разу не видел людей, чтобы ходили с голыми сиськами и с голой задницей. Ну, то есть, это понятно, что это картинки, да, но это все равно выглядит как-то просто непонятно, отвратно как-то. Вы будете идти по улице, люди просто будут угорать с вас. На самом деле для блогеров это круто, если вот надеть такой костюмчик, чтобы вызвать какие-то реакции у людей, это будет забавно. Ну и последний вариант для моих девушек, которых 8,5% на канале всего лишь. Ба-бам! Вот вам, девчонки, берите сейчас лето, короче, идете на пляж, одеваете вот эту штуку, и я говорю вам, от парней не будет отбоя. Я угораю, но люди просто ржать будут с вас.
это будет забавно. И особенно если вы блогерша, тоже надеваете вот этот купальник и идете купаться. Будет просто угарище. А вообще покупайте своему парню вот тот костюмчик, который был ранее, и себе вот это. Идете за ручку такие. Просто все угорать будут. Просто все валяться будут, отвечаю. Итак, ребят, я думаю, вас заинтересовали некоторые товары, и теперь вам есть там что посмотреть на сайте, что купить. Поэтому заходите и смотрите. Давайте я вам сейчас покажу, как это все оформить, как переслать и так далее. Давайте начнем. Собственно, вот так выглядит сайт Taobao, на котором мы будем покупать продукцию. Он на китайском языке. Чтобы он был на русском, нам нужно нажать вот правой кнопкой, при условии, что у вас браузер Google Chrome, и нажать «Перевести на русский». То есть он тогда переводит на русский, и все у вас становится на русском языке. Для того, чтобы найти какую-то продукцию, например, Gymshark, мы пишем вот сюда Gymshark. Ой, косяк допустил. Gymshark. Открывается вся продукция Gymshark. Например, мы хотим, не знаю что, ну давайте вот эту майку, пусть будет вот эта майка. Она стоит 30 юаней. Для того, чтобы нам прочитать вот это название и все такое, мы должны опять перевести на русский. У нас все получается вот тут по-русскому. Значит, 30 юаней. Для того, чтобы купить эту вещь, мы должны перейти на сайт Youbuy. То есть вот здесь сайт, который является посредником Taobao, переводит все ваши товары в Россию. Для того, чтобы здесь зарегистрироваться, мы должны нажать кнопочку «Регистрация». Если вы уже зарегистрированы, то, естественно, должны нажать «Вход, я уже зарегистрирован». Кстати, когда вы регистрируетесь первый раз, то вам дают $10. Вы можете видеть, вот там написано было. Эти $10 являются таким бонусом, к которому вы можете добавить еще денег. И, например, у вас получится там $20 и купить что-то. Видите, подарок $10 для новых клиентов. Теперь, собственно, когда вы зарегистрировались на этом сайте, мы берем, открываем вот этот продукт, берем ссылочку, копируем ее и вставляем вот сюда, вот в это окошко. Нажимаем «Купить». Когда мы нажали «Купить», у вас появляется вот такое окошко, где все написано, и сразу же переводится цена. Смотрите, у вас цена получается всего лишь $4.92. Вы вот здесь выбираете свой размер, ну, допустим, S, цвет какой, черный или темно-синий, например, черный, и берем «Добавить в корзину». Вот, собственно, я добавил, у меня уже тут две этих майки получилось. И теперь нажимаем «Оплатить». Оплачивать можно через разные кошельки. Visa, Kiwi, WebMoney, PayPal и так далее. То есть, допустим, через PayPal хотим оплатить. Я не буду покупать, я просто покажу вам, как дальше сделать. Когда вы все купили, этот товар приходит в мои товары. Вот сюда, видите? Вы должны зайти в свой кабинет, нажать «Мои товары». И прибыло вот сюда. Этот товар придет не сразу же вам на руки, не в Россию поедет, либо куда вы там заказали. А это приедет в Youbuy, вот в эту контору. И отсюда уже вам придет сообщение, что к ним прибыл товар, и они готовы выслать его вам. Вы заходите вот сюда, как я показал, мои товары прибыло. Вот тут подтверждаете и пишите свой адрес, и они отправляют на ваш адрес в Россию, либо куда-то в Европу и так далее. Звучит, конечно, это все не так просто, но на самом деле это очень-очень просто. Стоит только попробовать, потренироваться, и вы будете заказывать каждый месяц. Стоит лишь просто открыть два сайта, Youbuy и Taobao. С Taobao скопировать ссылку в Youbuy, потом купить товар, этот товар приходит в Youbuy, в контору их, и потом уже приходит вам сообщение, что типа давайте, отправляйте уже в Россию, типа к нам пришел товар. Вы подтверждаете, пишите свой адрес, и он едет в Россию. Все. Также важно упомянуть, что стоимость доставки и стоимость товара общую можно узнать в калькуляторе. Вы можете там рассчитать. Вот видите голубую табличку слева, туда вбиваете все параметры, которые вам говорят вбить, и смотрите, какой доставщик вам будет доставлять, что дешевле выходит и так далее. То есть все очень просто, и внизу общая стоимость. Эта общая сумма показывает стоимость товаров, плата за услуги, таможенный сбор и так далее. Вот это все вместе. Я надеюсь, теперь вам эта информация была полезна, и вы будете теперь заказывать там всякие джимшарковские шмотки по дешевке. А так, спасибо большое за внимание, ставьте лайк этому видео, все ссылочки будут на Youbuy и Taobao в описании. Увидимся в следующем выпуске. Пока!